Салам алейкум. Я Руслан Битуганов, тренер по армейскому рукопашному бою и универсальному бою спортивной школы сельского поселения Чинкай. Для меня самая главная задача – это поднятие престижа нашей родной республики и страны в целом. Поэтому в нашем зале нет места национализму. Кабардино-Балкария всегда славилась многонациональной республикой. Все жили в мире и дружбе. Все мы братья. Призываю молодежь не идти на провокации, а оставаться братьями в любой ситуации. Я, Аслан Хагажеев, хочу призывать наших жителей, нашу молодежь, жить в мире и единстве. Занимайтесь спортом и не надо поддаваться всяким провокациям. Я Кушхав Андрей Миркан. Так в спорте и в другой сфере нет места национализму. Я призываю всех жителей Кабардино-Балкарии жить в дружбе и в единстве. В единстве наша сила. Единство!